это не искусственно, создано в другой плоскости, тем, что всегда было внутри нас, творчество в обличии образов. Фестиваль смыслов и мыслей, сюрреализм за гранью реальности по Рене Магритту. Это перкуссия замыслов, где идеи и содержание прямо из космоса. Творец слышит в голове голос. Это не картины, это сюжеты. В них жизнь акрилом течет, они вечны, покуда художник себя отдает красками на полотно. И так зарождалась свобода. Меж полос французских бульваров под свет фонарей вновь витает запах горячего кофе. И никакого неона. Это искусственно. Свет падал на водную гладь, рождая пейзаж. Вот это искусство. И свято место не было пусто и стало место рождением классики. Реализм будто фото, только мазками. Виден тот мир, что перед глазами. Он неосязаем, он словно иллюзия. Мир наполняется тем, что вы в него пустите. В свое отражение. Вы начало его и продолжение. Ступень за ступенью себя раскрывая, художник станет нетленным. Вне времени, в этом искусство, мир видеть так, как вы его чувствуете. Абстрактно, ты будто бы в матрице плывешь по волнам неоклассики. Без ГОСТов и мнений, без тени сомнений, вне денег, творчество, не работа. Фестиваль, ставший свободой для тех, кто ищет эту свободу. Понравился видеоролик? Закажите расчет вашего проекта на сайте ruvision.ru. Чик-чик.